Папе это такой мультик. С куклами. Есть еще такой мультик, где Барби есть. Называется «Волшебная Триентопия». И это очень редкий мультик. Он только сегодня и завтра будет показывать. Думаю, какие игрушки самые важные для девочек? Куклы. А ты слышала когда-нибудь про куклу Барби? Еще как слышала. У меня вот столько Барби. Еще одна Monster High. Я не знаю таких кукол. Я знаю. Ты не знаешь кукол Барби? Да. Я знаю. Нет, я немножко про них знаю, что только они куклы, и все. Вышла первая реклама, я сразу же захотела куклу. И я выпрашивала маму, чтобы она подарила мне на день рождения куклу, и она мне подарила ее. Ну, а целую ночь в них играю, даже не сплю. Я думаю, что можно сказать, эта кукла немного старая, и можно сказать, она такая немного красивая, конечно, но она не постарела, потому что у нее она не живая, и у нее борода не растет совсем. Она вот такая. Это ты мне ее рисуешь? Да. А ты мне ее опиши словами. Не могу. Я не знаю ничего про Барби. Они в платье, в юбочек и музыкальном юбочке. Она поет. Вот я видела рекламу у Барби. Она оделась, вот, сейчас помню, в штанах вот этих, которые можно на роликах кататься. Можно их раздевать и одевать. А женихи есть у этих кукол? Нет. Почему? Не знаю. Я не играю в мальчики куклы. Потому что у Барби есть полюбленный Кен. Влюбился в нее. Но не она влюбилась, а он. Он за ней все время бегает. И дарит ей все время цветы. И Райан влюбился в нее. Они оба хотят не пожениться. Потому что она красивая. Мама играет в куклы? Нет. Почему? Она только уборкой играет. Папа и мама там не играют. Но бабушки и дедушки, ну, тетя может поиграть. Я вообще не играю куклы. Обманываешь? Нет. А во что же она играет? Масенки Вомили. А ты в куклы? Фоти. Нет. Точно нет? Нет. Дай квай. Нет, она пьет. В куклы можно играть до 6 лет. А дальше? Придется их всех отдать? Ну, дальше их можно оставить, а потом, когда тебе уже будет 7 лет, можно их уже кому-нибудь продать. 7 лет еще можно в школу приносить игрушки. А 8 или 9 уже редко нужно приносить. А в 10 или 11 вообще уже нельзя. Ты же не можешь принести на урок в химии много-много кукол. Ну, теперь все понятно.